Всем добрый день. Сегодня у нас опять очередная распаковка. На этот раз связана с зарядным устройством и кабелем. Зарядное устройство здесь не простое, а на три порта, чтобы сразу же три устройства можно было заряжать. Плюс к этому еще идут два кабеля. Но кабели мы уже рассматривали данного типа. Это Г-образные кабели USB-A на USB-C. Ну а сама зарядка осуществляет заряд трех устройств при помощи разъемов USB-A. Пришло это все из Китая достаточно продолжительное время. Сейчас это все осуществляется в течение месяца, но все дошло достаточно благополучно, ну, за исключением некоторых замятий, ибо все доставлялось нашей почте России, которая любит это делать, а именно заменять упаковки, ну и тому подобное. Давайте посмотрим, что из себя представляет данное зарядное устройство. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Да это посмотрим. Вот такая упаковка. Во-первых, быстрая зарядка. Есть защита, ну и температурная защита, что достаточно хорошо. Модель называется ED013 от 100 до 240 вольт, от 50 до 60 Гц. Это внешнее питание и 0,6 ампер, это максимум, который необходим для того, чтобы у вас зарядка заработала. Здесь у нас существуют три разъема USB-A1, позволяет нам 5 вольт и 1 ампер, 5 ватт максимум. Ну а разъем A2 и A3 позволяет нам 5 вольт и 2,4 ампера, ну и 12 вольт максимум. И все это вместе, когда вы три порта заняты и заряжаете ими, то 5 вольт, 3,1 ампера и 15,5 ватт максимум. Изготавливается в Китае, поставляется в разные страны, достаточно известная фирма. Но здесь ввиду того, что это уже зарядка. Тут есть инструкция, коробка распалась. Вот что у нас Почта России делает. Так, ну и стандартная инструкция. Причем. Даже на 5 языках у нас здесь представлено. Английский, немецкий, французский, испанский и даже итальянский. Но здесь вижу только... А нет, все. Даже он китайский присутствует, но здесь ничего не сказано о нем. Ну как без китайского? Раз сделано в Китае. Ну и вот здесь писакасы о том, что я только что говорил. Кому необходимо, могут осуществить паузу и более подробно рассмотреть. Так, ну и сама зарядка. Вот что из себя представляет. Как говорил, тут три розетки для USB-A. И первое гнездо, второе и третье гнездо. Дальше здесь приводятся тоже характеристики, те же самые, которые были на коробке и в инструкции. Сертифицировано для европейских варианта. И вот что из себя представляет. Так, ну и давайте я тоже открою один кабель, хотя я уже показывал с другим зарядным устройством, с быстрой зарядкой. Но все же, здесь опять инструкция более краткая о гарантиях. Английский, французский, ну и в основном английский. И вот такой вот кабель. То есть, как говорил, Г-образные штекеры. Ну и здесь у Green написано, и как говорил, USB-A у нас представлен, и USB Type-C. Так, ну и давайте сейчас, так, они бывают разных размеров, там 0,5 метр, 1,5 и 2 метра, это двухметровые. Что говорит на обратной стороне, здесь он написано, USB-A и USB-C, то есть Type-C. Так, ну и чтобы далеко не ходить, сейчас мы осуществим некоторое действие. А именно зарядим ряд устройств. Это у нас автоматическая штативная голова. И есть еще два пауэрбанка, так называемые аккумуляторы. Ну и давайте тоже их подзарядим. Так, стоп.
Ну и чтобы зарядить, нам нужен сетевой адаптер. Давайте проверим, вдруг сейчас рванет все. Ну и как видим, у нас осуществляется зарядка вот здесь. Если видите, мигает красным. Здесь тоже мигает красным. Ну и кабель у нас тоже подключен, и вот мигает зарядка и говорит о количестве данного вид заряда. Ну и как видим, все у нас достаточно хорошо функционирует и работает. Да, кстати, кабель это, хотя USB и USB Type-C, но работает по USB 2 протоколу, если вы будете использовать его для копирования каких-то данных. Так что это учтите. Ну а зарядка то есть идет полнофункционально, без проблем. Итак, я вам продемонстрировал зарядное устройство Allgreen на 3 устройства, плюс дополнительно продемонстрировал кабели Allgreen двухметровые, как они функционируют. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.